Покончившему с собой судье Сергею Москаленко предъявили обвинение в убийстве застройщика Виктора Берга. Следователи считают, что Москаленко сам застрелил бизнесмена в лесополосе за Омском. К областной квалификационной коллегии судей обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Всего обвинения три. Кроме убийства, еще и получение взятки 8 миллионов рублей и незаконное хранение огнестрельного оружия. Из неволи был застрелен Виктор Берг. Пока официально это не подтверждается, но Бастрыкин заявил, что у следователей есть информация об орудии убийства застройщика. Предъявить новое обвинение мертвому судье нужно было для того, чтобы расследовать до конца убийство Берга. К слову, уголовное дело о покушении на самого Сергея Москаленко могут закрыть. По версии следователей, это была инсценировка.